пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю всім здоров'я. Кадри, як працює арта ворога. В районі Первомайського, це є південь від Авдіївки. Ну, це кадри дуже потужні, і бачимо, що зібрали вони там дуже і дуже немалу вогневу міць. Несколько батарей работают как минимум по этому направлению российских, засыпают, у них основная задача сейчас срыть укрепрайоны, это значит уничтожить полностью населенные пункты и Авдеевку, а по-другому они просто не могут их взять никак, только полное в ноль срывание, причем это вот работа артиллерии. А пытаются, естественно, основные удары это КАБами. Корректируемые авиабомбы, планирующие по полтонны весом, сносят укрепрайон, примерно пытаются сделать тот же самый лунный пейзаж, как сейчас в той же Марьинке. Мы удерживаем запад, там несколько домов еще не разрушенных полностью. Осталось, держимся за запад Марьинки, за этот укрепрайон. То же самое они сделали в свое время с Бахмутом. Практически срыли его. Сейчас пытаются это выполнить по Авдеевке, уничтожая город, ну, естественно, близлежащие населенные пункты. Будем удерживать. Есть пока вариант. Пока не разрушены укрепрайоны, будем однозначно это удерживать. Это общая система укреплений, первая линия обороны. И у нас есть возможность удержать. Тем более впереди все-таки такие ненасти зимнего периода, которые остудят пыл россиян, по крайней мере, по этому направлению. Міноборони Швеції Мікаель Бюдден відвідав фронт. Власне, це рідкість, коли Міноборони іншої країни відвідує безпосередньо лінію бойового зіткнення. Звісно ж, не кажуть, де він був. Але що цікаво, що також на рівні цих міністерств заявлено про прискорення перемовин щодо передачі Україні гріпенів, тобто ще один вид авіації, окрім F-16. Скоріше всього, уважаємому міністру оборони показали роботу арчером. І іменно в бойових условиях. І він однозначно повернувся, по крайній мірі, з лінії фронту, виконав свою основну задачу. А по гріпенам хороша тема. Скорее всего, мы все-таки получим гриппины и в следующем году. Летали наши летчики, у них компоновка очень простая, хороший самолет, 9 точек подвески, выполняет боевую задачу практически на всех условиях полета, на всех видах летной подготовки и может удерживать определенный уровень, ну, естественно, использовать практически все натовское вооружение. Для нас этот самолет был бы одним из все-таки самолетов, потому что основной надо держать однозначно F-16, но один из типов дополнительных, как 2-3 типа можно однозначно держать, и Gripen неплохая добавка для наших воздушних сил. Посол Сполучених Штатів в НАТО Джуліанна Сміт сказала наступне, що НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить армію. Вона мала на увазі, що, по-перше, не дадуть Україні поступитися в цій війні, і, по-друге, будуть зміцнювати свої кордони натівські дуже потужно і будуть насичувати озброєнням. Европа подключается, это очень важно. Американцы американцами, вопросов нет, у них серьезная система оборонная, оборонпром. Но Европа начала просыпаться, причем, что радует, Европа понимает экономическую выгоду от запуска, от внутреннего капиталовложения, то есть от запуска своей оборонной промышленности, которая поднимает экономику, а иногда даже на новый уровень. Потому вот это для нас очень важно, так как мы все-таки в общей парадигме европейской безопасности, а тем более сейчас одна из самых сильных армий в Европе, обстреляна и выполняет боевые задачи, не побоялась, в отличие от европейцев, не побоялась остановить и громит российскую армию. То есть вот здесь такой грамотный, положительный момент для нас.
так как мы уже встроены в общую систему безопасности и уже в том числе встраиваемся и в производство военной техники, и на своих базах. И вот это надо продолжать, ну, естественно, использовать эту силу, которая сейчас начинает тоже подниматься, силу именно военную, натовскую, ну, в своих целях, ну, то, что мы сейчас и делаем. І, власне, є серйозна заява заступника Столтенберга Мірча Джоанне. Каже наступне, що НАТО сподівається на розширення Альянсу найближчими роками. Кордон посунеться східніше. Він каже, що, власне, найближчими роками Україна, Молдова, Грузія і Західні Балкани стануть членами ЄС, а тоді і НАТО. Він переконаний, що Румунія скоро не буде східним кордоном Альянсу, а межі НАТО посунуться східніше. Это да, это было, скорее всего, направлено румынам, там определенные были моменты с румынами. И вопрос в том, что видят, НАТО видит все названные страны в своем составе, вплоть до Грузии, это тоже очень важно. А раз до Грузии, значит, Черное море будет переходить под контроль НАТО, особенно после уничтожения российского Черноморского флота, чем можно сейчас заниматься до полного разгрома российской армии на нашей территории. Когда уничтожим, а у нас есть такая возможность с помощью наших партнеров, в том числе, затопить весь Черноморский российский флот и уничтожить все базы Черноморского российского флота на берегах, в принципе, по периметру Черного моря, включая в том числе и российские, именно на российской территории. Это мы можем сделать, а после этого перейдет Черное море. Такое может даже внутреннее море стран НАТО, после особенно присоединения Украины, присоединения Грузии. Это примерно будет то же самое, как и Балтийское море. Сейчас можно сказать Балтийское море, внутреннее море натовское. Вот Черное надо сделать так же самое, внутренним НАТОвским морем, и не будет никаких проблем в ближайшую 1000 лет на этом водоеме, в акватории этого моря. Мін, по крайній мірі, які треба вилавлювати ще як мінімум несколько років. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен сказав наступне, що єдині люди, я цитую, які були б щасливими, якби запит на додатковий бюджет не був проголошений і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні. Вот это правильно, вот грамотная риторика, опять же, она как-то провисла последние несколько недель, непонятно, что они там обнимались с Си Цзиньпинем, а вот это уже понятная риторика, ось зла это и есть, Пекин, Россия, Иран. Пекин, Россия, Иран, ну там еще северокорейский лидер этот, пончик северокорейский, как-то болтается вместе с Лукашенко. Но это чуть другое. А вот эти три реальные, это троица, черная троица, я бы так сказал, это та ось зла, на которую однозначно надо обращать внимание как на единое целое. И вот то, что американцы уже их воспринимают как единое целое, это очень большой такой положительный момент для нас, в том числе нам тоже надо так же само их воспринимать. Пекин, Тегеран и Москва. Ось зла основная – это три империи, последние, наверное, империи в мире, которым суждено распадаться в определенной последовательности, но однозначно без развала этих империй в мире не будет мира. Извините за тавтологию. Пане Романе, і далі про республіканців. Є такий представник собі цієї партії, цього напрямку політичного в Сполучених Штатах Америки, Джеймс Венс, на одному з телеканалів. Він сказав наступне. Україні доведеться розпрощатися з деякими територіями на користь росіян. І тут, не даючи відразу вам відповісти, згадую ваші слова про те, що, ну, та попробуйте Аляску свою віддати, якщо ви так пропонуєте. Ну, так и есть. Украина, если и поступится какими-то территориями, то только после того, как Соединенные Штаты поступятся Аляской. Вопрос, кому, куда и как. Ну, это, конечно, сарказм. Никаких территорий никогда Украина никому не отдаст. Как и Соединенные Штаты свои, и Аляску в том числе.
Потому вопрос уступок территории, ну, он больше все-таки такой для информационного какого-то сопровождения, либо, может быть, для отработки тех меркантильных моментов, которыми так может легко, с которыми так может легко расставаться Путин, если ему надо какой-то інформаційний поток. Міноборони офіційно Британії повідомляє наступне, що британці, власне, і Норвегія очолять коаліцію по підтримці України в морі. І вже британці оголосили про передачу як мінімум двох тральщиків мінних Sandown, і швидкість їхня 30 км/год. Вони мають там 30-мм пушку і 5 кулеметів різних калібрів. Наскільки це серйозне посилення наше в морі? Ну, любой, ну, по крайней мере, эти минные тральщики, помимо того, что они будут вопросы с минами решать, это там есть еще и противолодочное определенное оборудование. То есть, по большому счету, их можно будет использовать для уничтожения российских подводных лодок. А это очень довольно-таки хорошее приобретение. Даже два пара этих кораблей, они усилят наш военно-морской флот. Нам надо двигаться как раз по вот этому направлению. Не надо нам тяжелые корабли. Они очень легко уничтожаются. Москва, об этом Москва, которая лежит на дне еще, она может много об этом рассказать. Нам надо идти по пути создания москитного флота, так называемого. Вот достаточное количество минных тральщиков, которые можно использовать, в том числе и как противолодочный корабль. И достаточное количество катеров береговой охраны хватит выше крыши для решения вопросов безопасности в Черном море, но только, естественно, под прикрытием авиации с дальностью где-то под 1000 километров боевым радиусом. Этого будет достаточно, чтобы перекрыть все наше и воздушное, и морское пространство на этом участке, можно сказать, сейчас фронта, ну а дальше уже этом участке экономической зоны, которую мы можем контролировать. А больше нам больше, в принципе, больших кораблей нет смысла их содержать. Почему есть смысл уже думать о том, чтобы именно разрушать всю эту советскую систему баз в Крыму? Она просто не нужна. Не нужна ни для морских баз, я имею в виду. Авиационные надо оставлять, а морские базы надо отминусовывать точно. И это можно заниматься сейчас уже без, так сказать, мысли о восстановлении. Одесса – неплохой город морской славы. Вот он и останется, должен остаться вот таким нашим форпостом на севере Черного моря. То есть ему будет достаточно этого города, моряков, для того, чтобы контролировать все и вся там, где нам, по крайней мере, нужно. Ще повідомлення від Андрющенка, радника мера Маріуполя, що росіяни на північ Донеччини везуть зуби дракона. Для чого вони їх там, пане Романе, що вони хочуть ставити і обороняти? Вот это проблема. Дело в том, что проблема, я имею в виду, с применением и с прогнозированием, куда они могут эти зубы. Могут только закопать где-нибудь и не более того. Дело в том, что Восточный фронт, наступать мы уж там точно не будем, а россиянам зубы для наступления уж точно не нужны. Ну, хотя это россияне, у них в голове может быть что угодно, они зубами этими могут наступать. Хотя надо посмотреть, как они это будут делать. Нечего им там сейчас оборонять по востоку. Они практически везде, на всей линии фронта, перешли в наступательные определенные действия. Ну, хотя могут как-то использовать только для того, чтобы списать бюджетные средства. Дело в том, что это очень хороший заработок для производителей. Там практически 10 цен. Это считается военной продукцией. Это если бы они на ЖБ, на своих ЖБИ производили, допустим, по ребрике, то они бы стоили там 1 рубль, а когда там же производится вот такой зуб, он уже стоит 10 рублей. А, естественно, добавленная стоимость по 1000%. То есть, по большому счету, выгодная позиция, они не знают теперь, куда ее пристроить, вот сейчас, скорее всего, будут пытаться ими наступать. Ну, посмотрим, где-то они объявятся, потом посмотрим, что они хотят оборонять.
Якщо говорити по Криму, там продовжують працювати наші спецслужби. Пане Романе, Феодосія. Що відомо по Феодосії? Там пролунав вибух. Місцева влада сказала, що нібито нічого не було, але бачимо, горить щось, так димить. І кажуть, що це якийсь мазут, якісь паливно-мастильні матеріали. Топливоприемники, топливо кров армии, потому где только можно уничтожить любой топливоприемник, любого плана, начиная от нефти, мазута и заканчивая авиационным керосином, бензином, дизелем, и все надо сжечь. Это легальные военные цели, где бы они ни были на территории России, они должны уничтожаться, потому и наши партизаны, наши партнеры, которые уже можно их называть партнерами на территории России, есть много, с десяток освободительных армий по национальным кластерам. Ну и наши спецслужбы выполняют эту задачу, причем непосредственно выполняют определенные диверсии и заканчивают ударами с воздуха, ракетами и беспилотниками. То есть этот процесс идет, задача понятна, нужен максимум. Каждый день у россиян будет гореть либо топливоприемник, либо нефтебаза, либо вагоны с топливом, то есть поезда с топливом будут уходить с рельс. То есть это стандартная работа тыловых спецподразделений. Також, що відомо наступне, пане Романе, по Криму, що наші партизани, спецслужби працюють і в двох місцях. Це в САКах вони побували, продемонстрували кадри. Ось в цьому напрямку вони склад техніки зафіксували і показали. І також наші партизани зайшли теж в Феодосії, в їхню казарму десантно-штурмову, продемонстрували і авіацію Мі-8, і те, що там відбувається. Загалом виникають, що Мі-8 – це ті гелікоптери, які займаються перевезенням поранених, і зараз дуже величезна кількість поранених саме в цей регіон привозять. Это работа спецслужб, партизан по разведке, до разведки некоторых целей. Причем либо это первичная подача информации, либо уже доразведка перед ударом. Потом после нанесения удара или после уничтожения цели идет съемка со спутника уже для подтверждения выполнения боевой задачи. Ну и дальше либо корректируется последующий удар, либо снимается цель как уничтожить. Пане Романе, що говорити про наших союзників? От МЗС Чехії каже, що будь-який мир має бути повністю схвалений українцями. І Німеччина, представниця МЗС Бербок, каже, що ніякого замороження не може бути, бо це буде лише на руку Путіну. Да, это хорошо, когда они так говорят, а вот вспомните, что было полгода назад. Сейчас постараюсь за минуту спрогнозировать ситуацию. Нам дали 30-50% от того, что мы просили для выполнения наступательных действий, и погнали в наступление. Если бы мы тогда, допустим, сожгли все и вся, то есть все, что нам дали, все, весь боезапас, всю технику в наступлении в таком масштабном, дошли бы до Азовского побережья, но остались бы голыми на данный момент. У нас бы сейчас, вот на сегодня, не было бы ни одного патрона, ни одного снаряда, ни одного танка и ни одной пушки. Представьте, что сейчас бы сделало это 400-тысячное российское войско, выдвигаясь, вот как у них сейчас, а у них этот запас остался. Где бы они сейчас были? Мы бы хлопили сейчас по Днепру. Причем по Днепру реке, начиная с севера и до юга. Вот примерно так. Вот когда какие-то задачи ставят, это опять же, это второй раз генерал Залужный, можно так сказать, спас Украину, прогнозируя такие вопросы, которые вот сейчас у нас возникают с недостатком снарядов, у нас сейчас недостаток. А если бы мы все сожгли, выходя на Азовское побережье? То есть вот второй раз генерал спас Украину, просчитав эти механизмы, растянув, и у нас сейчас есть пусть минимальный, но достаточный боеприпас и боезапас для выполнения задач обороны и удерживания российского наступательного потенциала. А сейчас понятно, исходя уже из этих реалий в политике европейские и американские. Сейчас они уже понимают, что не удался им полгода назад такой механизм уничтожения украинской армии, оставления ее без боезапаса. То есть они планировали, получается, то, что сейчас, если бы, еще раз повторюсь, мы сожгли все, что нам дали
летом, сейчас бы у нас не было бы ничего абсолютно. Сейчас бы мы сдавали, то есть подписывали капитуляцию еще и похуже, чем была год назад, чи полтора года назад, 27 марта прошлого года. То есть все эти процессы, их можно спрогнозировать, смоделировать. И наш генералитет это все прекрасно видит. А теперь политикам европейским и нашим партнерам приходится уже подруливать. Это уже подруливание называется. Это понятно, что мы сдаваться не собираемся, мы будем воевать. И никуда не денется Европа и НАТО, и Америка в том числе будут помогать. А тем более американцы – это гаранты по Будапештскому меморандуму нашей безопасности. Никто не собирается капитулировать перед Российской Федерацией. Воевать будем до ее полного развала, потому что у нас безопасности не будет. В Украине не будет, украинцам не будет где деться в мире, если Российская империя не розпадеться, як Совєтський Союз, як імперія Совєтського Союзу. Пане Романе, цікава ситуація розгортається в Чечні і в Кадирова, тому що починаються там для них дуже неприємні процеси. Бо в Кадирова відповіли Кремлю на вимоги щодо грошей. Про що це є? Суть в тому, що в Чечні їхня влада повідомила, що їм не вистачає катастрофічно грошей. Це і так дотаційний регіон, дотаційний республіка. Мільярди отримувала в нас Кремля, вони сказали, що їм не вистачає. В Кремлі сказали, мовляв, хай на місцях чиновники і керівники, такі як Кадиров, в тому числі, займаються дефіцитом бюджетів. На що, знову ж таки, в Чечні відповіли Кремлю, що, мовляв, ми маємо такі великі проблеми внаслідок також і двох чеченських воїн. Нагадаю, це коли Росія загарбувала Чечню. Наскільки реально те, що може початися серйозне протистояння Кадирова і Путіна? Россияне, в основном москвичи, за это ответственные, они раскатали Чечню не один раз. Грозный был уничтожен практически авиационными бомбардировками, как наш Мариуполь. Погибли десятки тысяч чеченцев, и никогда чеченский народ не простит москвичам, россиянам эту боль. Кадыров дань берет с россиян сейчас, это ж понятно. То есть он вырулил ситуацию в такую плоскость, что сейчас россияне, москвичи платят Чечне дань, лично Кадыров. Потому что здесь сказать? Ну, молодец, красавчик. И сейчас начинает выкручивать руки, а куда деваться Путину? Даст он ровно столько, сколько Кадыров запросит, потому что не захочет Путин именно сейчас разборок с чеченцами. И ответа за те смерти, десятки тысяч смертей, которые россияне нанесли в Чечне. Естественно, Кадыров сейчас будет выкручивать и дань увеличит. Я бы на его месте вообще в 10 раз увеличил. Нолик бы добавил просто к той сумме, которую россияне платят Кадырову последние несколько лет. Ну, а реально именно чеченцы, они будут, наверное, первыми, может быть, ингуши, дагестанцы, которые будут разваливать, начнется развал Российской империи, именно с Северного Кавказа. Это все прекрасно понимают, это все просчитываемо, и Северный Кавказ станет, наконец, свободным от этого российского царя, который уже сотни лет достает Кавказ. Северный Кавказ, это та же Кубань, это черкесы, это не россияне, не российские казаки, не украинские казаки, кто бы там что ни говорил. Там войско Донское казачье, у меня просто прадед сотник Всевеликого войска Донского, так находится это под Донецком, по крайней мере, казачья станица была, оттуда я и родом. А вот там за Доном, между Доном и Кавказом, это земля черкесов. Это российский царь, опять же, российские цари в свое время уничтожили, пытались уничтожить государственность черкес. Черкесы вынуждены были, их размотало по всему миру, в основном ушли в Турцию. Это надо возвращать, этот народ, и вот Северный Кавказ, Чечня, Ичкерия, Дагестан, там несколько еще есть народов и народностей, черкесы на Дон, на Кубань. То есть вот этот национальный кластер, который должен восстановиться. И я думаю, Кадыров сейчас, понятно, ему дань собрать, это ясно на данный момент, то есть дорисовать
этот нолик еще. А реально там процессы намного глубиннее, и Кадыров их не удержит. Они взорвут Северный Кавказ и снесут российскую государственность. А по большому счету Москва должна стать городом чечен. Это в обмен на Грозный, на то, как они его разбомбили, разнесли, потому это такая должна быть вотчина чеченская, именно Москва. А москвичи в рабство, наверное, лет на 100 должны попасть чеченам для того, чтобы восстановить какие-то отношения, по крайней мере, с этим народом. Пане Романе, Інститут вивчення війни, аналітики кажуть, що Путін і Кремль готуються, серйозно готуються до війни проти НАТО. Як аргументи вони наводять навчання в Охотському морі, а також про те, що вчора буквально Путін заявив під час наради з економічного розвитку російської арктичної зони стратегічний інтерес його країни до Арктики. І, ймовірно, Росія має намір посилити військово-морський потенціал у цьому регіоні, беручи до уваги вступ Фінляндії і Швеції в НАТО. Чим швидше європейські лідери, чим швидше лідери Америки, Северної, так як мінімум, поймуть, що єдинственне спасіння, я би так сказав, демократичної цінності європейського видіння розвитку, это их спасение, это развал Российской империи. Чем быстрее они это поймут, чем быстрее впрягутся в эту лямку, которая тянет эту арбу для того, чтобы развалить Российскую империю. То есть чем быстрее поставят себе эту задачу, тем меньше людей погибнет в стычках и в войне с россиянами. С имперцами с этим. То есть это сейчас можно сделать. Есть еще несколько лет, буквально года три, пока россияне полностью не перейдут на военные рельсы, пока это не восстановят потенциал Советского Союза, пусть старый, пусть не технологичный, но количество у них будет достаточно. А с осью зла, с Ираном, Китаем, Северной Кореей, а это будет серьезная сила. Потому чем раньше развалим Российскую империю, тем меньше европейцев, американцев погиб. Пане Роман, також повідомляють в Сполучених Штатах Америки, що США допоможе Україні на 24-й рік розбудувати і спланувати все так, аби Збройні Сили України ставали більш незалежними від зовнішніх чинників і факторів, тобто від допомоги, в тому числі, із Сполучених Штатів. Наскільки це реально, наскільки це швидко можна втілити? Это однозначно реально, это как раз, я бы так сказал, должна быть наша мечта сбывшаяся. То есть это то, что мы за 30 лет не сделали. Сами сейчас с помощью американцев можем восстановить и запустить. Нам надо свое производство, свое, на своей территории свое производство, прикрытое с воздуха и в достаточном количестве, не только чтобы обороняться, а чтобы и наступать. Причем производство всего, начиная от патрона 5,45, которого не хватает, и заканчивая баллистическими ракетами межконтинентальными, чтобы можно было достать и Северную Корею. Не все так просто с Северной Кореей. То есть вот так надо развивать это производство, и включая восстановление ядерного потенциала. Американцы как минимум нам могут передать в программе обмена ядерного вооружения, передать хотя бы поставить на хранение бомбы Б-61-12, это ядерные, с ядерным зарядом, то есть после вхождения в НАТО. К этому надо стремиться, стать или шестой, или седьмой страной, если поляки тоже их получат, тогда седьмой страной на европейском континенте под эту программу попавшей. То есть нам надо, еще раз повторюсь, начиная от патрона и заканчивая ядерной бомбой, вот это все надо производить и производить у себя. Американцы очень хороший старт этой программы, но надо не забывать и европейцев. Очень много европейских компаний, с которыми мы можем создавать довольно устойчивые союзы, и нам, в принципе, в общей системе безопасности она будет намного устойчивее, чем даже с участием Соединенных Штатов. У Соединенных Штатов сегодня мозоль на голове, завтра что-то где-то зачесалось не в том месте, кто-то куда-то полез, они все бросают и занимаются своим вопросом. То есть на них в этом смысле надеяться долго нельзя. Но как стартовые определенные условия однозначно нужно. Там
довольно-таки серьезные технологии и подход. Американцы могут запускать производство, они тут специалисты. Мы тоже раньше могли, но из-за верховных главнокомандующих всех, которые только были в Украине, все президенты, это преступники, которые просто не занимались основной своей задачей безопасности Украины. Байден чи не вперше чітко сказав, правда, в нього це журналісти запиталися, він сказав наступне, що ми хочемо, аби Україна перемогла. Про те, що ми з вами говоримо. Мовляв, не те, що ми не дамо перемогти Росії, а саме, щоб Україна перемогла. Меняется риторика. Европа уже поменяла ее, и уже американцы ее меняют, по крайней мере, та ведущая партия, которая отвечает за международные отношения. То есть демократы меняют, но, естественно, президент Байден это уже подтверждает. Да, основная задача – победа Украины. Победа Украины – это разгром российской армии, выход на госграницу. Был несколько раз подчеркнут именно тезис по суверенитете Украины. Именно суверенитете Украины. Також у нас є фотографія і підтвердження. На передову з'їздили і ознайомилися, що відбувається на фронті. Сирський, Залужний і Умєров. Ну і, власне, фактично розвіяли ці от постійні крики. І це більше йшло від Z-пабліків про те, що там, мовляв, хочуть десь зняти когось. Тобто бачимо, злагоджена робота і продовжують працювати на перемогу України. Ну, как всегда, Верховный работает в поте лица, а наши хлопцы молодцы, сообразили на троих на линии фронта, показали, наконец, этим всем скептикам или там все пропальщикам, что какие-то есть раздоры или кого-то куда-то снимают. Все нормально, все стоят на своих местах, все работают, рабочая обстановка. Ну, а тут военное дело – это ж святое. То есть война войной, а обед по распорядку. Пане Романе, і до наших союзників в Польщі новий прем'єр-міністр затверджений Дональд Туск. Він великий прихильник України, куди більше прихильніший, ніж попередник. І відразу після того, як обрали Туска прем'єр-міністром, він сказав дуже чіткі і конкретні речі. Була дуже потужна промова, що, мовляв, Європа дуже заспокоїлася, потрібно напрягатися і далі допомагати ще більше Україні. І його чітка фраза, що напад на Україну – це є напад на усіх нас. А так и есть. Вот это та риторика, о которой я говорю. Меняется риторика. Понимают все, что мы сейчас боремся все вместе. Не Украина там борется сама с Россией, а все вместе. Европа борется с Россией, Европа борется с этой взбесившейся собакой, которая пытается покусать всех окружающих и соседей, и всех, кто рядом. И поддержка, она чувствуется, эта поддержка. Понятная, причем риторика – это одно, а именно действия, особенно европейцев сейчас, пока в Штатах есть определенные внутренние разногласия, европейцы на себя взяли это бремя помощи, и помощи и нам, и помощи и себе в том числе, так как мы в данный момент одни из боеготовых армий, и нам нужно только оружие. Пока на данный момент надо только оружие, расходники, особенно стрелковые и боеприпасы, которыми выполняем первую задачу любой армии – уничтожение армии противника. Именно это в ближайшие 3 месяца наша армия будет, и одной из основных задач, естественно, будет выполнять с помощью наших партнеров. От, пане Романе, розвідка Сполучених Штатів Америки каже наступне, вони все проаналізували, що майже 90% армії російської, яка починала наступ в Україні 24 лютого, знищено. Це ми говоримо і про живу силу, і про техніку, і про інші види озброєння. Тобто 2/3 вони техніки втратили, особового складу більше 315 тисяч, і загалом, знову ж таки, 87% знищено. Це показатели реальні. Дело в том, что оставшиеся это тяжело раненые, то есть можно сказать, что все 100% были уничтожены как боевая сила.
выжили, ну, чуть в районе 10% тогда выжили в первых заходах, вот если считать за 1.5-2 года широкомасштабного наступления. Но эти 10% уже не вояки, естественно, без рук, без ног, без головы. Кто-то там дома остался, и, вернее, не дома, в России где-то забились по углам и думают, зачем это им надо было. Ну, по крайней мере, рады, что хотя бы выжили. Основная часть профессиональной российской армии, здесь очень важно это понимать, профессионалы заходили. Что значит профессионалы? Заходили люди, вернее, россияне, которые служили в армии, готовились выполнять определенные боевые задачи и выполняли их в течение некоторого времени. То есть это профессионально подходили к этой работе. Они уничтожены все практически. А то, что сейчас есть, это большое стадо, но оно большое, вот в этом же проблема. Большое стадо кое-как подготовленных военнослужащих, которые выполняют задачу, точечные, локальные задачи с помощью этих мясных валов выдавливать наши войска. Плюс определенное количество средств поражения, которое может производить, до сих пор может производить российская оборонка, потому что те санкции, которые наложены на Россию, те механизмы, которые могли бы давным-давно бы ее выключить, они не введены. А те, которые введены, это больше для показухи, а не те механизмы, которые могли бы по ней отработать. Есть еще очень много вопросов, которые, если их поднять и решить, российская оборонка просто не сможет выполнять задачи по снабжению российской армии. И тогда это стадо будет просто стадом, даже без патронов. У нас коалиция больше 50 государств, а там максимум 4. 4 государства, зла, Китай, Северная Корея, Иран, Россия, которые еще они в открытую вряд ли, они в открытую побоятся большие партии переправлять. Потому давить на Россию надо, давить, пока ее полностью не задаємо і не розоб'ємо. Якщо говорити загалом про авіацію Російської Федерації, знову ж таки, це відповідь скептикам, які кажуть, що санкції нічого не дають. Вже 15-й інцидент за пару днів з цивільною авіацією, що десь не може злетіти, десь аварійна посадка, тобто дуже сильно страждає російська авіація. Так, не військова, але цивільна, ну просто таки тріщить по швам. Военная тоже страдает. Вот первое, на что ударили именно санкции, это как раз на авиационную промышленность и использование авиационной техники, так как есть очень много моментов, связанных. Вот почему, кстати, и по поставкам нам авиации тоже эти много вопросов. Потому что самолет требует к себе ухода. Летчик, то он один, на одного летчика еще 20 техников, инженеров и сопровождающего персонала работает, чтобы обеспечить работу самолета. То есть то же самое, естественно, такая же самая картина и по тяжелым самолетам, то есть по транспортникам, по гражданским самолетам. А так как военные авиации в России тоже довольно-таки серьезно эксплуатируются, то у них такие же проблемы, просто мало, ну они же в информационный поток эти проблемы не светят. Дело в том, что если бы были реальные санкции включены, то есть максимально было наложено, никто бы вообще не взлетел. Не было бы возможности летать. Не то, что это мы сейчас слышим, что возникают некоторые проблемы. Да, в следующем году, скорее всего, у россиян вся авиация не взлетит уже по техническим вопросам, хотя она уже по регламентным, не проведенным в нормальных условиях регламентным работам, она уже должна была вся сидеть на земле. Но они продляют ремонты, продляют сроки эксплуатации, прописывая какой-то другой срок, то есть не проводя работу как таковую, так как они могут это сделать, а именно продляя срок. Но в воздухе техника, она не прощает этих ошибок или, по крайней мере, таких действий. В воздухе начинают сыпаться. Скорее всего, станет техника, когда упадет 3-4 самолета с гражданскими. Вот 3-4 самолета рухнет по этому вопросу, и она просто вся станет, она уже в воздух не поднимется.
так как будет заведена куча уголовных дел, и, естественно, все эти инженера, все эти техники, которые продляли и принимали решение о продлении, они попадут как минимум под свое же законодательство. А дальше уже ни один инженер не поставит роспись в продлении срока эксплуатации. Горіло в Вітебську. Кажуть, якась електростанція, можливо, в районі їхнього аеродрому, але дуже потужні от якісь вибухи, всі налякані. І це загоряння співпало з тим, що їхній глава КГБ Тертель, прізвище його, повідомив наступне, що, мовляв, Польща готує 7 диверсійно-розвідувальних груп, аби атакувати Білорусь. Чтобы горело в Беларуси, туда не надо диверсионные группы засылать. У белорусов партизаны еще со Второй мировой остались. Живы, здоровы и передали, так сказать, свои умения своим внукам, детям, внукам. Поэтому если надо будет уничтожить белорусское оккупационное руководство, они это сделают. И потому и в том числе в Беларуси будет гореть. Белорусские партизаны запускали, мало как-то об этом было информации, но реально белорусское подполье в свое время, когда россияне заезжали вот полтора-два года назад в Беларусь, они запускали поезда под откос. Там работали серьезные партизанские группы, которые на какое-то, по крайней мере, процентное соотношение уменьшили возможность российской армии наступать со стороны Беларуси. Потому мы за белорусский народ, за белорусских партизан знаем, помним. И вот, может быть, это дальнейшее продолжение работы на территории Беларуси по военным объектам. Как раз этих партизанских групп, сопротивление белорусов. Белорусы будут однозначно сопротивляться российскому оккупационному режиму, который сейчас возглавляет Лукашенко. У них есть уже серьезная поддержка, как минимум своих побратимов, это полка, а может быть уже бригады Калиновского. Ну и украинцы, понимая саму проблему Белоруссии, борясь с российским уже режимом у себя на нашей территории, поможем однозначно белорусскому народу освободиться от оккупационного режима. Мы сбросили свое иго Януковича, через Януковича россияне пытались к нам заползти, захватить всю Украину. Сейчас российская армия топчет наши земли. Уничтожим, поможем белорусам стать европейской страной, демократической и построить свое государство без внешнего вмешательства. І також у нас є дуже хороша і цікава інформація з території Російської Федерації. Пане Романе, вже остаточно вирішило керівництво РФ, що Курський аеродром Халіна, ось він на мапі в нас, не буде працювати до завершення так званого їхнього СВО. І якщо ми будемо рухатися північно-східніше, також Липецький їхній аеродром під питанням роботи. Тобто він зараз не працює і не кажуть, коли розпочне працювати. І загалом, що відомо по Курську, вже підтверджено, атака безпілотниками, яка була в кінці вересня, призвела до того, що було ліквідовано їхнього бойового підполковника Олександр Галь, його звати. В нього понад 60 вильотів бойових, і він ліквідований. Ну, зря он тогда, этот беспилотник, не взорвавшийся, решил посмотреть. Он взорвался тогда как раз, когда резкость наводил. Мозгов не хватило, хоть 60 боевых вылетов, но взять ногой толкать беспилотник, попробовать, живой он или нет, ну, это полная бестолковость. Вот это вот российская, кстати, российский подход к жизни. Пальцы в розетку вставить, щоб попробувати посмотреть, есть там ток или нет. Ну, от примерно в такому режимі. То есть, а вот то, что россияне начинают отминусовывать аэродромы, и они это будут делать где-то до глубины, на глубину боевого радиуса наших средств поражения. У нас есть уже определенные беспилотники, где-то под прямым управлением под 150 километров до 200 с ретранслятором. Россияне это прекрасно понимают, эти беспилотники, заходя на любой аэродром, аэродром, конечно, не выведут из строя, но, по крайней мере, взорвавшиеся там 10, 20, 30 килограмм взрывчатки, начиненные определенными поражающими элементами, выведут из строя любой летательный аппарат, просто любой.
Потому это, понимая это, прогнозируя, что удары будут, однозначно будут отгонять где-то, я так понимаю, километров за 500 от линии фронта свою авиацию и как минимум от линии границы. То есть вот как раз и Халина, и Курская, Брянская, Белгородская области, то есть они будут однозначно отгонять. Плюс, как только получим уже в достаточном количестве те же наши «Нептуны» с дальностью 280 километров, вам придется делать то же самое по Воронежу и по Ростову. Тоже отгонять километров на 500, это по минимуму. Ну, давно уже пора, в конце концов, нашему «Укроборонпрому», ну, сколько уже было заявлений, уже и мы слышали, и там миллионы беспилотников готовятся полететь на Москву. Где эти миллионы? Москва как стояла, так и стоит, и что-то не горит, спаленное пожаром. А вот разговоры до сих пор идут. Вопросы в нашем шведском королевстве Министерства обороны, вернее, к нему вопросы есть. А где наши беспилотники? Где наша, уже второй год идет широкомасштабная война, заканчивается второй год. Ну, где наша промышленность, в конце концов, беспилотники для того, чтобы долетели до Москвы? Так и иранцы, он под санкциями шахеды, ну пусть они китайские, конечно, в конце концов, Китай, да и Китай то же самое, та же самая картина, они за последние 15 лет только как-то дошли до этого состояния. Мы уже за 10 лет могли бы точно создать какую-то базу, ну а за 2 года масштабного наступления здесь уже миллионы должны были лететь. Но что-то ни на линии фронта не видно беспилотников, ребята просят, российские донимают, причем конкретно донимают. Не говорю уже об обещаниях бить по центрам принятия решений в Москве. А у нас в основном, у нашего противника центры принятия решений в основном как раз Москва до Рублевка или Рублевка до Москва. Ну, примерно так. До речі, про виробництво. От повідомляють наші підприємства, що вже зуміли виготовити понад 30 САУ Богдана 3.0. Вони удосконалені на основі це Татра. І кажуть, що вони в два рази дешевші в виробництві, ніж французькі Цезарі. Нагадаю нашим глядачам, що це 155-й калібр, натівський стандарт. Очень хорошее начало разработки. И еще она сырая. Если реально смотреть на эту пушку САУ, она сырая, нет автомата заряжания. Без автомата заряжания это просто пушка, которую тягают на колесах и больше ничего. То есть автомат заряжания «Два солдата» называется. Вот, как добегут, как зарядят, так оно и будет. И это как раз большая проблема этой пушки, то есть ее надо доводить еще до ума. Ну хорошо, хоть 30 сделали, 3 десятка, это опять же, это еще раз говорю, начало, их надо делать чуть ли не по десятку в сутки. Вот до такой степени надо доводить это производство, вряд ли это у нас получится на нашей территории, значит надо где-то в другом месте это проводить, в той же Чехии договариваться с президентом, там генерал поймет эти вопросы, то есть и их Татра, которая может использоваться. Ну, это лучшая конструкция на данный момент, по крайней мере. КРАС, наш КРАС не потянет, тем более он разваливается, его надо срочно брать, то есть возвращать в госсобственность, запускать производство, надо свою базу тоже иметь, просто там надо довольно-таки хорошее капиталовложение. Частники это не потянут. А вот сейчас на базе Татры той же, там же можно в Чехии делать эту Богдану производить, но в достаточном количестве производить. Цезарь очень хорошая машина, отличная машина. Просто она чужая, это французская машина. Нам надо свою иметь, ну пусть с базой, понятно, база это все-таки, в конце концов, база это просто тягач, вернее грузовик. И мы, надо будет, мы, конечно, у себя это просто переставим, но саму пушку, то есть саму систему заряжания, управления надо однозначно дорабатывать. Это знают прекрасно оружейники, і це знають прекрасно наші артилеристи. Пане Романе, дуже цікава також надходить інформація від слідкома Російської Федерації.
вони оголосили в розшук керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. Що цікаво, що ми знаємо прекрасно, що наш керівник Служби безпеки України Василь Малюк розповідав, що дві атаки вони організовували на Керченський міст, ну але і вже на себе фактично взяли та відповідальність за руйнування Керченського мосту. Але от слідком Російської Федерації звинувачує Буданова, що це він підривав Керченський міст, і зараз лише вони оголосили його в розшук. Ну, они сейчас, так сказать, допросятся. Завтра утром Буданов лично зайдет в Следком и поговорит с теми, кто его объявлял в розыск. Это ж главное управление разведки. Пусть не сам Буданов, голограмма с 5 килограммами тротила, может тоже зайти и решить вопросы с Следкомом. То есть играются в такую игру, я бы сказал, опасную для себя. В этом смысле зверя лучше не будить, и тем более Буданова. То есть особенно после попытки отравления его жены, то есть удара по семье, это вообще личняк уже, потому и Следком, и все оставшие, вернее, вся эта свора, которая нарушила такие основы ведения любых войн. Это не трогать родственников, но это обратку получат однозначно, я думаю, в ближайшее время, и Следком в том числе. Это они обозначились как цель, называется, каждый себе зеленкой крестик на затылке поставил, так сказать, обеззараживание от входящей пули. Поки в США розбираються, що і як голосувати за гроші Україні, Європа от помагає і робить все можливе. Володимир Зеленський поїхав з візитом в скандинавські країни, і дві країни, маленькі, невеликі, потужно вирішили допомогти. В першу чергу це Данія оголосила про 1 мільярд допомоги, де будуть танки, артилерія і інші потреби України. І також Норвегія. 4 пункти управління ЗРК «Насамс» та 8 пускових установок. Наскільки це потужно, пане Романе? Можно быть маленькой страной, но иметь большой шельф газоносный в море и делиться со странами, которые на данный момент подвержены атакам. То есть вот эти две маленькие вроде страны, ну у них серьезные бюджеты, и этими бюджетами они с нами делятся. Мы же однозначно это не забудем. Но это вот как раз то, что я последнее время говорю, нам надо переориентироваться, особенно в вопросах безопасности, на общеевропейскую безопасность. Америка хорошо с ней дружить на расстоянии, потому что надо понимать, что кто-то захочет на неделю поработать, и безопасность будет, а кто-то не захочет поработать перед Рождеством, и она будет отодвинута на месяц. За этот месяц погибнет не одна сотня человек. Потому вот с Америкой надо вот так. Дружба на расстоянии. Чем дальше, тем лучше, насколько я это понимаю. А надо заниматься своей безопасностью, европейской. В доме сначала надо безопасность навести. А наш европейский дом, и в этом европейском доме живут в основном нормальные люди, ну, есть исключения, конечно, уровня Орбана, ну, а в основном это нормальные страны, нормальные люди, которые понимают, что безопасность Европы, она сейчас как раз и куется на нашей линии фронта. И восстановление нашей территории, восстановление наших границ 91-го года – это задача не только наша, это задача Европы, европейских стран и правительств, которые понимают, что лучше зверя удержать на 3000 километров дальности, чем потом у себя дома с ним возиться. И это вот Норвегия и Дания, это, конечно, и скандинавы это прекрасно понимают. Финны уже вступили в НАТО, это же тоже из-за этого понимают, что это свора бешеных собак российских, они покусать могут кого угодно. Это сейчас они треплят нас. А когда их шугануть или, там, допустим, не дай бог, они расплодятся, так они и их кусать будут. А скандинавы, конечно, рядом с Россией, особенно через Финляндию. Швецию надо однозначно принимать в НАТО, и чем быстрее, тем лучше. Опять турки там что-то чешутся, и турки, опять же, те же венгры.
То есть вообще интересная Венгрия страна. Есть вопросы вообще у европей. Ну, понятно, они заброды. Они в свое время тысячу лет назад это ошметки ханты-мансийского этих народов ханты-манси прошли через Украину. Кстати, за топтание земли так и не заплатили. Прошли через Украину, увидели Панонию, хорошее место, остановились. И вот до сих пор мутят воду. Потому с венграми надо как-то вопрос решать. Либо их обратно отправлять в Ханты-Мансийск. У них одинаковая примерно речь, то есть язык одинаковый, друг друга поймут. Либо хотя бы исключать из Евросоюза, исключать из НАТО, закрывать полностью кордоны венгерские, перекрывать трубы, мы их до сих пор им туда нефть качаем, и дизель туда им качаем, самое интересное. Ну, вентиль поставьте, разберите эту трубу, забудьте за эту Венгрию, и вопрос решится с самой Венгрией. Ну, надо будет пропустить их обратно на это исконно венгерские ханты-мансийские территории, ну, пропустим, в конце концов, как-то так перевезем по железной дороге, перебросим, сколько их там, тех венгров. И не будут воду мутить, по крайней мере, в Европе, потому что сосед такой себе, на россиян похожий больше. То есть у них, от них российским духом пахнет. Ну, я думаю, решат этот вопрос с венграми. Нет, так мы потом его решим. Или по как минимум подымем, потому что они же не только нам нервы портят. Делают и соседям в том числе. Решится, я думаю, решится вопрос. А с Европой, на Европу надо переориентироваться однозначно. Вот эти все совместные предприятия, которые там планируем с кем-то и как-то делать, их лучше делать с европейскими, с европейскими производителями. Да, даже совместные лучше с европейскими. И американцы, еще раз, хорошо, но далеко. И слишком они геморройные, если честно. Ну и понтов много, а толку мало. Ми це вже бачимо прекрасно. Ну і, до речі, та, про це каже також міністр оборони Великобританії Грем Шепс. Він каже наступне, що Європі треба на себе орієнтуватися. Ну і це, пане Романе, логічно, тому що бути залежним від США, від їхніх внутрішніх процесів, хочуть, не хочуть. От зараз тиждень продовжуємо працювати, не продовжуємо, хочемо на Різдво, не хочемо. Ми розуміємо прекрасно, що в них своє там життя, але нам треба себе захищати. Більше того, Німеччина передасть нам ще в цьому році комплекс ще один Петріот, який планували в наступному році. Бачимо, що Німеччина друга за країна за допомогою після Сполучених Штатів Америки робить і нарощує все значно швидше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. І також Великобританія, пане Роман, оголосили, що вони створюють коаліцію з розвитку морських спроможностей України. Тобто вони будуть нам надавати кораблі, техніку. Правда, я не знаю, яким це чином буде виглядати, бо є це от Монтреф 36-го року підписане, де Туреччина контролює Босфори, Дарданели. Ну, але тим не менше створюють цю коаліцію і кажуть, що будуть розвивати флот України. Ну, вони нам підводні лодки і авіаносці перебрасувати не будуть, тому Турція тут ні при чому. А ті катера, нам потрібні катера. И противоминные тральщики, основное это противоминные определенные задачи. А в основном катера, москитный флот. Мы же видим, что бэки, безэкипажные катера, и то топят или, по крайней мере, выводят из строя флот России. Ну а катер, на который уже можно ставить, допустим, пусковые установки, те же противоавиационные, то есть зенитно-ракетные комплексы, их можно ставить в достаточном количестве катера. Это хорошее подспорье, это вообще основа должна быть нашего Черноморского флота, потому что ну, воевать в Черном море, если есть авиация, нет никакого смысла кораблями, потому что любой корабль, это все-таки там тысячи тонн металла, неповоротливого металла, тихоходного. Для самолетов это лучшая цель. Лучшей цели для самолетов, как корабль в море, нету абсолютно. Просто как летчик сам знаешь, что это такое. Поэтому корабли в Черном море будут все затоплены, большие, которые будут как-то какую-то угрозу создавать. А вот с мелкими катерами надо еще повозиться. Даже авиации. Тут попробую эту маленькую цель скоростную попробую еще поймать и прицелиться. Это есть большая проблема по катерам. Потому оптимально это как раз рассредоточенность. Рассредоточенность – это мелкие цели, но должно быть их много. И вот этот москитный флот и
в этом нам как раз и будут помогать и Британия, и морские страны Европы в том числе. Но Британия все-таки островное государство. Они сотни лет занимаются морским промыслом, и, естественно, военный флот у них на высоте, потому это такой, сказать, хороший у британцев видение. Ну, а и тем более, почему Британия? Британия, как и Америка, кстати, в том числе, это гаранты нашей безопасности. Только в отличие от Америки, Англия не убежала, то есть они 30 лет назад провели такую интересную действия. Прибежали в Украину, сказали, отдавайте ядерное оружие, мы вас прикроем. И убежали. Ну, это американцев, если касается. Ядерное оружие мы отдали, американцы занимаются своими внутренними делами. У них же проблемы внутренние. Мексика, надо закрывать стену. Ну и так далее и тому подобное. Тем более у них Рождество, у них на полтора месяца все уходят на Рождество. Много пьют, кстати, надо прекращать им уже, плохо для почек и для печени отдыхать столько. То есть это проблема с американцами. Англичане, они тоже гаранты нашей безопасности, территориальной целостности по Будапештскому меморандуму. Так вот, англичане за своей подписью, они дорожат, они своим реноме дорожат, и потому участвуют как раз в обеспечении нашей безопасности, в том числе и морской. Ну и надо не забывать, Англия — это все-таки, у них есть свое ядерное оружие, именно свое. В Англии и во Франции, в Европе свое, а у остальных стран, там 5 стран, это по программе обмена американской. Провів Путін цю свою пряму лінію, і він, не хотячи цього, напевне, видав втрати Росії. Тому що він сказав наступне, що на фронті зараз 617 тисяч військових, загалом було 240 тисяч мобілізованих і 486 тисяч добровольців. Також рахуємо армію, згадуємо, 250 тисяч перед повномасштабним вторгненням. І десь не вистачає Путіну, за його словами, 363 тисячі терористів. Ну, он их потерял у нас. Они половина из них или большая половина, вернее, большая часть запакетированы, вернулись обратно, а оставшаяся часть прорастает подсолнухами в нашем черноземе. Но для России 100, 200, 300 тысяч россиян — это ж не потери. Они начнут чухаться только тогда, когда хотя бы процентов 10 потеряют, а это 10-15 миллионов. То есть это уже такие серьезные цифры. Нам еще работать и работать до таких российских потерь. Потому Путин сильно и не заморачивался с цифрами. Ну и с математикой у него, наверное, не сложилось в детстве, как это как минимум. Потому выдал эти перлы. При подаче этой информации ему надо было какой-то положительное для себя, для россиян, основной части россиян, две трети поддерживают геноцид украинского народа, какой-то посыл информационный. Вот с утра началась атака, больше 40 шахедов, ну а потом в течение дня попытались баллистикой, крылатыми ракетами забросать Украину, опять же для того, чтобы показать какой-то положительный момент. Кинжал один был сбит, ракета крылатая была сбита. То, что прошло, ну, скорее всего, ищут сейчас по полям, где оно там упало. То есть, по большому счету, создал Путин такой посыл. И этот фейерверк, который совершили там МиГ-31, ну, в информационном потоке у Путина они там подали, что уничтожили все 4000 аэродромов, 6000 самолетов и 8000 пусковых установок. Ну, это стандартный набор у россиян в информационном потоке. Потому только из-за этого, скорее всего, и они использовали. Для них сейчас они довольно-таки дорогие и в штучном исполнении кинжалы. Пане Романе, по фронту в своїй прямій лінії неочікувано дуже Путін згадував багато разів наше селище Кринки на лівому березі. Ну от просто через речення Кринки, 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 Кринки. Розповідав, що ВСУ там теряють много состава, що там от просто жах. А британська розвідка підтверджує наступне, що біля Кринок росіяни намагалися контратакувати і понесли просто такі шалені втрати. Но их накрыло там десятками.
Информационный поток ему надо было создать положительный, а так как есть отрицательные моменты по левому берегу, они это прекрасно понимают, ему уж точно доложили, что из, то есть весь спектр плюсов и минусов, и он решил как-то перекрыть этот отрицательный момент в его понимании. То есть то, что там 1000 россиян отминусовалось в течение суток, это постольку-постольку, а вот проблема то, что пришлось отходить с левого берега, а это уже определили отход россиян, разгром российской группы, которая пыталась наших бойцов выбить с позиции, разгром и потом отход этой группы. Российские блогеры подхватили, раскрутили и создали как раз Путину минусовый такой отрицательный момент, он пытался его хотя бы обнулить, как-то нивелировать эту проблему, потому и через слово у него были наши крынки. И еще, может быть, вспоминал, что это значит. Где-то слышал, скорее всего, только не понимает ее этимологию этого слова. А крім цього, пане Романе, самі ж Z-пабліки розповідають наступне, що, по-перше, в них починаються війни між волонтерами, гуманітаркою, яку вони намагаються якусь давати на фронт, знову ж таки починають ділити сфери впливу. Це зрозуміло. І дуже незадоволені цим Теплінським, який керує Дніпр на лівому березі, тому що, кажуть, він почав формувати штурмові підрозділи з офіцерського складу, бо мотивація вкрай в них низька, бойове вміння взагалі непридатне для того, аби командувати. І біля кринок цілком можливо, що серед тих десятків ліквідованих терористів є і велика кількість офіцерів. Ну, у Теплінського, в принципі, неплохая репутація, як командуючого воздушно-десантними військами. Ну, тобто, він спеціаліст цього діла, а в основному в армії узкие специалисты, то есть особенно те, которые учились и дальше служили и выполняли определенные боевые задачи. Потому с точки зрения, может быть, и десанта, он хороший генерал, но десанта нигде нет сейчас, никуда они там десантироваться не будут. Это в прошлом году они, можно сказать, десантировались на правый берег, потоптались там, пока как минимум переполовинили их войска на правом берегу наши вооруженные силы и оттуда ушли. Вот это вот весь десант Теплинского. А дальше он пытался в течение года затыкивать дыры в основном ВДВшниками, те, которые у него начали свистеть по 1200 километров линии боевого соприкосновения. Сейчас, да, он руководитель направление Днепра, то есть это в основном, можно сказать, левым берегом, то есть херсонским направлением вдоль Днепра, пытается расположить оборонительные рубежи. Но дело в том, что это, опять же, вот я вернусь в начале, может, он десантник и хороший, но это другая тема. Обороняться, выполнять задачи по укреплению – это не тема десанта. Десант – это прорыв, десант – это взятие плацдарма, удерживание до захода основных войск. Так вот, сейчас его поставили руководить основными войсками, он просто не может этого делать по своим профессиональным качествам. Он профессионал в другой области. А раз его ставят, значит, им некого ставить, просто некого. И это уже говорит о том, что профессиональные, профпригодные генералы у них просто закончились. Чем они там, может, у них их и не было, тут и этот вопрос также может возникать. Но появление Теплинского на этом направлении говорит о недостатке управленческого состава, по крайней мере, верхнего звена. Ну і також є дуже хороший якісний приліт, про це підтверджує вже окупаційна влада нашого Маріуполя. Бетонний завод, підприємство Маріуполі, високоточний приліт. За попередньою інформацією, пане Романе, це може бути наш «Етикамс» або ж снаряд GMLRS М31А1, про який ми говоримо. Ну, але сам факт попадання є. Ну, і ми розуміємо, що це взагалі хаб російський, тому що через Маріуполь з Ростова вони перекидають всю техніку і весь особовий склад. М-39А1, я поправлю, это 300-километровый снаряд. Если туда зашел, скорее всего, М-39, хотя, опять же, нет подтверждения о кассетном ударе. М-39, то есть «Хаймерс» с дальностью по Мариуполю должен быть где-то 100 миль, это М-39,
а он кассетник. А так как нет подтверждения о кассетном ударе, туда могла зайти и ракета, оставшаяся у нас. Либо Storm Shadow, либо те же Скалпы, может, наш Нептун, или С-200. У нас С-200 довольно-таки неплохо работает. Да, у нее нет точности, ну, то есть это ракета зенитно-ракетного комплекса. На нисходящей траектории она все-таки идет уже не по заданным координатам, а по той траектории, которую выводят, в основном баллистической уже. То есть точности не будет, но по бетонному заводу она точно попадет. А так как россияне, ну им нравится в эти все заводы, заводики располагать свое имущество военное в основном, располагать мастерские, штабы, ну и так далее и тому подобное. Потому, скорее всего, партизаны отследили расположение российских частей на этом заводе, а он там отдельно стоящий такой, выделенный, потому что все заводы бетона, то есть все бетонные заводы, у них там есть определенная дальность до жилых построек, около 500 метров по стандартам, по крайней мере. Так что если он там стоит в радиусе 500 метров, там не должно быть, не должно быть жилых построек. И, естественно, это хорошая цель вот как раз для С-200. Потому тут целый спектр ракет, который мог отработать. Но дальность там 100-110 кілометрів, по большому счету, у нас їх як мінімум полдесятка є. Більд передає наступне, що начебто в Росії є плани заморожувати конфлікт, розповідати, що робимо перемир'я, за цей час накопичувати сили і до 26-го року вийти, спробувати по лівому берегу Дніпра, це Харків, Дніпро і Херсон. Ну, в 26-м они не успеют, это года 3-5 им надо восстановиться по полной для того, чтобы, допустим, спланировать какое-то движение. А вот то, что они будут это делать, ну, то есть им надо остановиться, надо начать накапливать силы, средства, и будут они сейчас максимально включать все механизмы для того, чтобы нас остановить. Для того, чтобы мы где-то заморозили направление и остановили все по всему фронту. То, что мы, допустим, остановились по Восточному фронту, закопались, но это планируемый и так понятный всем маневр, так как нам Донбасс без освобождения Крыма не освободить. Потому пока Крым не будет освобожден, Восточный фронт мы будем оборонять. Это понятно. Но россиянам важно, чтобы мы, не дай бог, для них не начали форсирование Днепра и не начали двигаться в сторону Скадовской и Армянской. Они ничего не смогут противопоставить, просто ничего, нет механизмов. Они там не зароешься, там не заминируешься. Дело в том, что через море можно обойти. Даже 300 раз перекопав перекоп, обойти через того же Скадовска, там 50 километров до северо-западного побережья Крыма, высадиться и начать двигаться вот так, как сейчас наши ребята по левому берегу, это можно повторить и без проблем. И это они прекрасно понимают, потому Путину очень важно сделать все возможное, чтобы у нас не было сил, средств для форсирования Днепра. Для этого включены все механизмы, останавливается та же помощь по Соединенным Штатам. Вот в Европе уже палится по полной тот же Орбан, потому что его включили уже, либо пан, либо пропал называется. Потому он сейчас рогом упрется, но будет делать все, чтобы не дать возможности, допустим, нам зарядиться и начать эти движения. Путину это смерть. Как только мы начнем двигаться по левому берегу, все, они ничего не противопоставят. Механизмов просто нет. Они могут еще удерживать запорожское направление, потому что плечо доставки там, ну пусть 300 километров, но до левого берега это там 600 километров, 700 километров под ударами. Вот представьте, вот сегодня накрыли, допустим, тот же бетонный завод в Мариуполе, так это логистическая цепочка поставки, это сухопутный коридор называется. Раз мы туда достаем, бьем и точно бьем, выносим, мы можем уничтожить любую точку на сухопутном коридоре. Это значит оперативный контроль сухопутного коридора. И для россиян именно по нему, они только по нему могут поставлять, допустим, определенную военную продукцию на левый берег, когда уничтожим Керченский мост. Я думаю, уже заждался Керченский мост Малюка. Малюк обещал, потому генерал сказал, генерал сделал, ждем его выполнения
слово. Москвицької області губернатор їхній сам визнав, що як мінімум 3 безпілотники прилетіли і влучили в ціль. Це є лінія електропередач біля їхнього якогось збагачувального комбінату «Промзона» і частково влучили в залізницю. Михайловский ГОК, большое предприятие, это Михайловский горнообогатительный комбинат. Россияне там расположили некоторые свои воинские части на территории этого ГОКа. И, естественно, это легальная военная цель. И много, во-первых, зенитно-ракетные комплексы его прикрывали. И много прошло наших беспилотников. Прошли ЗРК, ЗРК даже не заметили. То есть выполнили задачу и по Михайловскому ГОКу. Железнодорожная развязка подверглась удару, на которой стояли эшелоны. Ну и удары по энергосистеме, которая снабжала эти воинские части. Отлично выполненная задача. Скорее всего, исходя от дальности, это работа наших спецслужб, либо ГУРа, либо службы безопасности. Ну, посмотрим, как будут в ближайшее время, скорее всего, кто-то из них возьмет на себя пальму первенства, по крайней мере. Повідомлення з Донецька, і більше зараз зупинимось по Авдіївці, але спершу Донецьк. Є черговий приліт потужний, знову ж таки нафтобаза. Згадуємо, що орієнтовно за останній тиждень вже двічі прилітало в Донецьк. І от кадри прильоту, відео трошки заблурене, а от на фотографії прекрасно видно, що влучання дуже і дуже потужне. Бачимо логістику і тил в напрямку Авдіївки ми тримаємо на хорошому вогневому контролі. Донецько-Макеївська агломерація, якщо брати від Донецька до Харциська, від Єсиноватої до той же Мар'їнки, там около 2 десятків баз, топливних баз, там нефтебаз нет, топливних баз. Там в основном на них располагают топливо россияне, особенно в преддверии каких-то наступательных действий. И они залились за лето, готовясь идти в сторону Авдеевки, Марьинки. Они залили практически все базы под завязку. Естественно, эти же базы, они стационарные. И тут даже можно, не проверяя, без доразведки, просто их уничтожать одну за одной, и не ошибешься, называется. Поэтому здесь даже сильно партизаны не нужны, а просто карта расположения этих баз, она еще осталась с одной стороны от Советского Союза, ну и 10 лет назад они нового ничего не настроили, то есть все украинское, которое там было, используют под военные нужды. Поэтому, я думаю, в ближайшее время все эти нефтебазы, они по дальности от линии фронта, основные на дальностях около 30 километров, это простая артиллерия достанет. А такая дальность максимальная, это километров 60-70, а это для хаймерсов, в принципе, на один зуб. Потому, чтобы вся эта техника, которая российская, зашла в Донецк, в Макеевку, в направлении Авдеевки, чтобы она просто не двинулась. Достаточно будет уничтожить все эти базы, и они ее просто не запустят. Не хватит топлива, особенно российской прожорливой техники, для того, чтобы двинуться. Да и дальше останется на зиму отражать только живые, вернее, местные штурмы. Ну а для этого, опять же, нужно достаточное количество боеприпасов всех уровней. Напрямок Херсонский, Запорізький. Плацдарм. Ми з вами нараз говорили, що в Теплінському на лівому березі проблеми. Що відомо за останню добу? Що були фантастичні потужні влучання, самі росіяни кажуть, летіло мінімум 15 ракет, вони кажуть, а не безпілотників. В районі Генічеська, перетину між Кримом і Запорізькою областю. І також є повідомлення, потужні вибухи біля Мелітополя. Підірвано залізницю і вагони особового складу, які рухалися з Джанкої, з Криму, через Генічинськ в бік Мелітополя. Ну, в Мелітополі, скоріше всього, працювала либо наша ДРГ, либо партизани. Тобто, ну, це можна вважати, це наші спецслужби, тому що партизанське движення, воно під контролем і під управлінням партизанського центру ще з 15-го року сил спецоперації. Тому здесь можно говорить, что вооруженные силы Украины в глубоком тылу врага
уничтожили эшелон с вражеской техникой живой силой. А удар по Геническу, по северу Джанкоя, сейчас в Джанкое, в Севастополе переполнены центры принятия поврежденного состава, если так можно сказать, российского. То есть все медпункты переполнены ранеными, убитыми, покиты. То есть там хорошо отработали наши ракеты. Там, не знаю, что они там перехватили, но даже если они перехватили, то осколки выкосили не один взвод российских оккупантов. То есть, ну, я думаю, в течение суток Генштаб доложит о выполнении задачи. И это продолжение, скорее всего, вчерашней темы после удара по Мариуполю. Удар был по Мариуполю, мы говорили, в бетонный завод, на котором располагалось достаточное количество техники двумя ракетами типа Storm Shadow. Скорее всего, англичане, это наши, во-первых, это наши гаранты по Будапештскому меморандуму, причем гаранты, которые не забыли за свое слово «гарант». И вот, ну, если это дошли ракеты до Геническа, скорее всего, это были тоже партия Storm Shadow, которые накрыли одно из расположений в районе Геническа и в районе Джанкоя. То есть вот этот район, где-то там километров 50 по диаметру, он напичкан российскими военными частями. Легальные военные цели, там, начиная от железных дорог, расположений зенитно-ракетных комплексов, заканчивая теми же мостами в районе Геническа и в районе Арабатской стрелки. Пане Романе, і є інформація. Раніше ми з вами згадували, що є начебто таємний список, який Україна надіслала, передала Сполученим Штатам. Зараз видання передає наступне їхнє, що Україна готує серйозний контрнаступ. Про що вони кажуть? Про те, що ми стримуємо на сході, на фронті росіян по всій лінії бойового зіткнення. І ми зараз запросили гелікоптери, так, Black Hawk, Apache, також винищувачі F-16, F-18, оті, що австралійські, можливо, будуть гріпени скандинавські. І ми будемо розвивати на лівому березі Дніпра контрнаступальні дії, тому що саме там немає повноцінно чим тримати цей плацдарм окупанта. Самый худший фронт для россиян – это Херсонский. То есть из всех трех фронтов это практически нет механизма военного в том расположении фронта, который сейчас есть. Нет военного механизма его удержать россиянам. Потому как только у нас будет достаточное количество сил, средств для выполнения этой боевой задачи, они у нас были, мы были готовы форсировать Днепр в начале мая, это было, скорее всего, единственное направление серьезное, которое выполнило бы задачу, по крайней мере, Скадовска, Армянска, можно было бы выдавить россиян. Потому они подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, сбросили Каховское водохранилище, на несколько месяцев эту тему нивелировали, по крайней мере, эту проблему, но она ж никуда не ушла. Сбросили воду хорошо, сейчас низкая вода по Днепру сошла, не вся, конечно, вода сошла, верховодка стоит, грунтовые воды очень близко к поверхности почвы, но это как раз для россиян и плохо, потому что они зарыться практически не могут. Со второго, третьего штыка лопаты уже вода идет, то есть сами себе, в конце концов, выстрелили в колено, снесли время. Ну, пусть хорошо, не в начале июня, так в декабре, в январе, пусть даже в начале марта, как только подойдут самолеты, можно будет эти вопросы решать. У россиян линия поставки, то есть плечо поставки военной амуниции на левый берег от основных баз ростовских, где-то 600 километров. Вот по сухопутному коридору, вот Ростов, Херсон, если посмотрите, где-то 600-700 километров в зависимости от маршрута. А если с Тамани, там где-то 300-400, но по Тамани легче, если уничтожить, вернее, добить в конце концов. А я думаю, если генерал Малюк
сказал, то слово держит, и он третий раз уже вынесет этот Керченский мост, и он надолго его вынесет. Потому это плечо в 300-400 километров отминусуется, останется одно плечо 700 километров. А 700 километров двигаться под ударами наших ракет, вот по Мелитополю отработали, по Геническу отработали, вчера по Мариуполю, это же как раз и есть сухопутный коридор. Под ударами наших ракет там сильно не навозишь, потому у них левый берег, сколько бы там россиян не было, он не сможет снабжаться боеприпасами. А с автоматами сильно не повоюешь. То есть для нас это сейчас открывается на следующий год. Это открывается единственное, наверное, такое серьезное направление, стратегическое, по которому можно двигаться как раз исходя из вот этих, с одной стороны, географических, а с другой стороны, военных предпочтений. Просто легче это делать, однозначно легче, когда появятся самолеты. Хватит одной бригады, 40 самолетов. Это три эскадрильи. Причем разбить эскадрильи, ну, это все, это наши авиаторы знают, это я просто расскажу, как это делается. Одна эскадрилья, эскадрилья завоевания превосходства в воздухе, то есть это эскадрилья, которая будет 12 самолетов, которая будет висеть постоянно в воздухе, звенья могут меняться, то есть постоянно звено как минимум будет висеть в воздухе, одно за одним подниматься, остальные садиться, и будут прикрывать с воздуха системами радиоэлектронной борьбы и Harmony. То есть ПВО будет уничтожаться, будут отгоняться российские самолеты. Значит, зачистится воздушное пространство на глубину продвижения. Километров на 50, на 70, а то и на 100 можно будет зачистить от ПВО противника левый берег. Дальше вторая эскадрилья начинает работать по земле в качестве бомбардировщиков, и третья эскадрилья в качестве штурмовиков. Опять же, звенья поднимаются, отрабатывают по 4 самолета. Отработали по земле, ушли, перелопатят за пару недель, перелопатят весь левый берег. А вот эти 40 самолетов, там просто нет, там живого места от россиян не останется. Это вот называется штурмовая авиация. Почему она штурмовая? А потом уже ребята наши по левому берегу войска могут переходить на левый берег, форсировать Днепр и по большому счету уже в режиме зачистки, а не штурма, а зачистки территории двигаться в сторону Крыма. То есть примерно вот такой сценарий, и это оптимальный вариант, который, во-первых, уменьшит там на порядок наши потери, ускорит на порядок скорость нашего продвижения, и к этому надо просто подготовиться. Вот у нас впереди 3 месяца. Ну, главное, чтобы не тормознули американцы. Нам надо где-то на март месяц примерно около 40 самолетов. Это первая бригада, минимум 40 самолетов получить для того, чтобы полностью выполнить эту задачу. Не 1-2 самолета, не 3-4 там пары, а именно полноценная бригада в 40 машин. Хотя обещали там 60, ну хорошо, 40 даже можно стартовать і починають двигатися. На 17 грудня продовжили Збройні Сили України активно трощити логістику росіян. Нагадаю, що вчора в Джанкої і Генічинськ були прильоти. Кажуть, що летіли хаймерси 15-20 одиниць і також ракети С-200. Що в нас є? Знову приліт, пане Роман, в Донецьк. Кажуть, Будьоновський якийсь район, вулиця і, відповідно, казарму росіян там розтрощили. Отработали вчера хорошо по югу, и может быть действительно хаймерсы, хотя по дальности, конечно, это могли быть только 100-мильные атакамсы М-39. М-31 ракета идет на 70-80 километров, то есть туда не достанет. С-200 тоже ракета, но которая может идти и за более чем за 200 километров. У нас они есть со стационарных пусковых платформ, тоже работают. Не точная ракета, ну, по крайней мере, если накрыть расположение, то в воинской части она накроет, площадная. По большому счету, вот та информация, которая вчера была от партизан, она уже подтверждается, там много 200-х, 300-х, то есть, скорее всего, и накрывали расположение воинских частей российских, потому ракета С-300 очень хорошо к этому подходит. Ну и С-200, извините, хорошо к этому подходит. Ну и, естественно, хаймерсы, если это были атакамсы, кассетники, тоже их задача, их работа. Сейчас будут боевые действия в основном будут переходить в тыл противника.
так как и погода с одной стороны, с другой стороны диспозиция наших войск, задачи наших войск таковы, что оптимальные как раз переносить вглубь противника, причем и на его территорию. И по российской территории, и по оккупированному Крыму нашему также будут наноситься удары. И это как раз вот такого рода начало, это начало действий, оно об этом и говорит. Пане Романе, окрім Донецького цього хорошого прильоту, також є повідомлення, що ключова логістика росіян, яка йде з Ростова-на-Дону в Таганрог і Маріуполь, по черзі, є приліт в Таганрог, фотографія, влада російська, Міноборони нічого не кажуть, але місцеві повідомляють, що в Таганрозі щось вибухало. Ну і точно відомо, що є потужна атака, це вже підтверджує Міноборони Росії. І вони кажуть, як мінімум 35 безпілотників летіло на аеродром в Ростові, там, де Путін якраз свого часу приїздив. І там базуються Су-24, Су-24М і Су-34. Основні бомбардувальники, які збрасують на нас КАБи, корректируемые авиабомбы, как раз в этом, на этом аэродроме и базируют. Это вот эти Су-34 и Су-24. Су-24 старый советский бомбардировщик, Су-34 на базе Су-27, это уже новый российский бомбардировщик. Вот у них, если гроздями подвешивать, то до 12 кабов самолет Су-34 может поднимать и сбрасывать. Но они одновременно, конечно, столько не подвешивают, 6-8 авиабомб один самолет несет в номинальном режиме бомбовой нагрузки. И основная задача уничтожения – это уничтожение носителей, потому добираться надо до аэродромов. Вот Ростовский уже попал под удар. Пробить ПВО противника можно только волнами, ну и нанести серьезный урон, особенно технике авиационной, лучше волнами, если на такой дальности. Ракета «Атакамс» туда, нам, ну, как минимум нам туда не дадут «Атакамсы» отправлять, то, значит, работать надо большим количеством беспилотников, тем более именно большим. Это не 2-3, это даже не десяток. Это беспилотники должны идти волнами где-то до 30-40 самолетов, беспилотников самолетного типа ежедневно. Но тогда эти количество волн, первое, засушит ПВО противника, то есть у них просто не останется ракет. И будут меньше обстреливать теми же С-400 по Киеву. Это один из механизмов, как уберечь столицу или города на глубине в 300 километров от линии фронта и от границы. Именно вот ракеты С-400, которые используются в качестве баллистических ракет. И вот засушить их надо просто вытащить на себя. Сколько бы у них там сотен, тысяч их не было, но если произвести такое количество беспилотников и отправить по России, им придется их сбивать, и эти ракеты уйдут просто в металлолом. Потому оптимальный запуск даже легких, дешевых, но массовое количество беспилотников отправлять в сторону, на деревню дедушки, в сторону России, и пусть сбивают, потому что они не сбивать их не смогут. То есть вытащим ПВО, вытащим ракеты, ну а если дойдут до цели, то еще и отминусуют эти самолеты. Оптимально это как раз использовать по аэродромам. Площадь аэродрома большая, прицеливаться точно не нужно. Главное воздушный подрыв, именно воздушный подрыв и большое количество осколочных элементов. Посекут плоскости самолетов, вертолетов, и они просто меньше будут летать. Видання Bild розповідає, що Київ, Генштаб домовилися про наступне, що є нові цілі. Тепер першочергова мета на фронті – це не будь-якою, ну, не в першу чергу відвоювати територію на даному етапі, а максимально ліквідовувати живу силу противника. Це не нова ціль, це основна парадигма задач будь-якої армії, яка противодействует армии агрессора. У армии наступающей, та, которая пытается захватить территорию, основная задача – захват территории и дальше ее удержание. У армии, которая обороняется от такой армии захватческой, основная задача – уничтожение армии противника, где бы то ни происходило, на любых рубежах. Отступая, наступая, двигаясь бок, нанося асимметричные удары, основная задача армии, обороняющейся, украинской армии, в данный момент мы обороняем свои территории. Уничтожение армии противника. Мы можем вообще забазироваться, никуда не двигаться. В лучших
то есть на лучших рубежах, и дальними средствами поражения уничтожать ее максимальными средствами, темпами. Главное, чтобы скорость уничтожения была больше скорости восстановления. Это очень важно. Вот россиян, антироссияне сейчас вышли на параметр где-то в 1000 солдат в сутки. Они могут ставить в строй 1000 в сутки. Значит, уничтожать надо 1,5-2. И через определенное время армия противника просто усохнет, потому что ускорить, увеличить количество набранных солдат они не могут. Они уже вышли на этот граничный режим. Они могут его держать на этом уровне, увеличивая денежное содержание, но кардинально увеличить не могут по разным причинам, одна из которых невозможность, пропускная способность мобилизационной системы. То есть она просто больше не пропускает. И вот в таком режиме можно всю зиму, ну, по крайней мере, зимний период, когда широкомасштабных наступательных действий мы не можем из-за погодных условий как минимум проводить, то как раз в этом режиме и выполнять. Потому здесь ничего нового нет, мы об этом, кстати, говорим уже второй год. Именно первая задача любой армии обороняющейся – уничтожение армии противника. Освобождение території – це слідство виконання першої задачі. Колишній посол України в Британії Пристайко Вадим каже наступне, що в разі якихось небажаних процесів на фронті, в разі якщо відчуватимуть проблеми Збройні сили України, як є наші союзники, держави, які готові надіслати своїх військових. І він називає Британію першою з цього списку країною, яка готова відправити своїх військових. Хоча він каже, що про такі речі офіційно ніхто заявляти не буде і не буде попереджати, тому що ми розуміємо, що це є чергова якась ескалація. Але він каже, що британці в разі чого готові застосувати силу проти Росії. Согласно Будапештского меморандума, Великобритания и Соединенные Штаты являются гарантами нашей безопасности и могут без проблем отправлять свои войска без проблем юридического, военного, ментального, какого угодно вопроса, отправлять свои войска на уничтожение россиян, вторгшихся на нашу территорию, нарушивших как раз Будапештский меморандум. Потому никто никаких вопросов к британским и американским солдатам на нашей территории вопросов задавать не будет. Включая ту же Россию. Они прекрасно понимают, что они это имеют право. Именно британцы и американцы. Потому будет дальше принятие решения будет зависеть от уже руководства, военно-политического руководства Британии, Соединенных Штатов, Украины, ну и от принятия решений парламентами или ставками Верховного Главнокомандующего, если это в качестве Украины. То есть, в принципе, это нормальное движение. Ну, а если риторика, это уже выходит в информационный поток, значит, она уже такого рода действия и принятие решений, они уже проговариваются. Просто так воздух такого рода информацию уже не выдают. Ну так, справді, якщо про таке навіть почали говорити, ніхто не заперечує, бо раніше про таке навіть і не згадувалось, так? Категорично заперечувалось. Не вдалося розблокувати вето Австрії, яка не хотіла пускати в хід 12-й пакет санкцій. Тимчасово ми призупинили поняття спонсор війни, їхній банк Райфайзен, але таким чином запустили 12-й пакет санкцій проти Росії. Ну от большой вопрос к такой разблокировке. Непонятно, какой там 12-й пакет, може там в 12-м пакеті запрет на передачу в России конфет Рошен. Мы ж не знаем, что там за это мы уже вытащили из санкционного списка их Райфайзенбанк. Это та же картина, как венгры уже несколько месяцев, а то и лет за OTP-банк все беспокоятся. Тут вопросы к этим банкирам. Товарищи уже, ну, мягко скажу так, припухли. Почему? Потому что у нас война с Россией. Они убили уже сотни тысяч украинцев. Сотни тысяч украинцев погибли, а эти банкиры все никак себе не наскирдуют. Мало им все, мало и мало. Потому все эти пакеты 12, 11, 10, если они разблокируют, вернее, за счет этих пакетов, разблокируются такие серьезные инвестиционные, можно так сказать, проекты, как тот же Райффайзенбанк,
Так они ж, зачем они тогда нужны, эти пакеты? Пусть они в трубочку их скрутят и куда-то там положат на полку. Здесь иногда, может быть, и не стоит идти на такого рода вообще соглашения, как таковые. Ввели Райффайзенбанк, спонсор войны, а потом с Райффайзенбанка раздевайте его до трусов, чтобы там не то, что денег осталось на кредиты, чтобы у них у самих ничего не осталось. И весь Райффайзенбанк, потому что как раз именно OTP-банк, Райффайзенбанк, это те банки, которые спонсируют войну России против Украины. А мы их снимаем с этого самого, с санкционного списка. Чтобы потом что? Чтобы потом нельзя было к ним предъявить после войны определенные требования. Они потом будут с этими съемками носиться по всем судам и рассказывать, так вы нам, то, что мы их сняли, это практически разрешили им работать. И попробуйте потом в суде где-нибудь доказать, что это не так. А то есть опять кто-то что-то нарахамил 100%, потому что ну не бывает такого, чтобы снимать с банков санкции. Это ж, еще раз повторюсь, это вы продали индульгенцию, называется. Вот кто продал? Какой арахамия в очередной раз, как Абрамовичу в свое время, продали индульгенцию на движение? Нафиг этот 12-й тогда пакет нужен, если вот таким способом арахамить и дальше. Это та же самая картина, как и с зерновой сделкой, ну и так далее и тому подобное. Что-то где-то на присоседили, где-то наскирдовали. Смотрим, уже дочка Россельхозбанка оказывается к свифту подключена. А что произошло? А что случилось? А что значит дочка Россельхозбанка подключена к свифту? Да это значит весь поток через нее пошел. Ну и смысл был всех этих телодвижений. То есть деньги как идут в Россию, так и идут. Мы же видим, как куда они деваются. Они потом превращаются в снаряды, в танки, самолеты и так далее и тому подобное. Игра какая-то, играются в наперстки. Гнать этих арахами надо в три шеи, которые толкают вот это на вот такого рода соглашение. Зачем этот 12-й пакет нужен был, если надо было, если из-за него надо было Райффайзенбанк виводити з-під санкцій. Щоби що? Хто на рахамі? От... Дякую за це завдання. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 17 грудня, неділя. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.